Всем привет, дорогие друзья, с вами Автофин. Продали свой квадрик ТГБ Blade 1000. Там подходило обслуживание уже на носу, плюс чувствовала, что квадрик уже немножечко уставший, 16-го года, там уже пробег 4000 километров, вот, ну и как бы сейчас нужны денежки немножко на другие цели, но кто подписался из-за квадриков, не стоит отписываться, потому что мы обязательно купим другой, квадротема меня закусила, кататься очень интересно, вот, поэтому обязательно купим другой, будем выбирать, и в одном из следующих видео я буду смотреть, какие варианты мне подходят, на мой взгляд. Я уже как бы покатался годик, накатал там пару тысяч километров на квадроциклах, примерно понял уже вообще, что мне нужно от квадроцикла, для чего и какой именно более-менее. Поэтому скоро будем выбирать квадрик, и я был бы рад, если вы будете как-то в этом участвовать. Напишите комментарий, какой бы вы посоветовали. Я позднее укажу там ценовой сегмент, какой вообще примерно выбираю, и был бы рад любым вашим советом. Вот. Квадрик ушел достаточно быстро, выставил за 5800, в итоге за 5500 там уже на следующий день вечером человек приехал, купил. Потом уже начали мелькать мысли, может, я вообще продешевил, не знаю, в плане, что на данный момент там на рынке после снежной зимы там квадроциклы как-то разлетелись, и особо купить-то толком и нечего. Вот, поэтому еще приехал клиент, там я потом вставочку сделаю, покупатель, да, и квадрик был вообще грязнющий после покатушек там за день до этого. Он вообще был весь в грязи, там выглядел явно не как на фотографии продажной. Человек пришел только немножко в шоке, типа я ожидал увидеть другое. Вот, но он так посмотрел все объективно, видно, что в технике разбирается. Вот, посмотрел все, и когда прокатился, улыбка была уже до ушей, потому что литровый квадрик очень мощный, едет хорошо. И ну, после того, как он прокатился, он сразу же типа сказал, что беру, и даже там не стал особо торговаться, ничего. Как договорились там за 5,5, так и купил. We'll be right back.
потерял, купил там за схожую сумму, там в предыдущих видео, я там сейчас ссылочку скину, увидите, сколько я его купил. И, короче, покупка хорошая, год порадовал, покатался. Вот, теперь немножко печально без него как-то, но мы обязательно купим другой. Оставайтесь с нами, с вами был Автофин. Так, приехали в центр, платим за парковку и идем гулять. Сейчас должны цвести красивые деревья, посмотрим. У-у-у, старый каен. Старый каен. Так, сегодня 15 мая, плюс 17. Гуляем. Такая вода мутная, да? Откуда нам что течет? Это что такие сатанистские штучки? Что это же такое? Что это такое реально? Какие-то подделки, наверное, чьи-то. Ты думаешь? Так, это Петр Первый, да, или кто там? Да, вязание какое-то. А это... Ой, тут можно кофе попить? Или это только алкоголь? Ну, подумай, что вы хотите. А как туда спуститься? Вон там. Да. Что там происходит? Вот такие вот финны орут там, да? Такое вот Вокра, что написано, Лена. Вокра. Так, сидим, пьем капучиночку.